8 месяцев зрительный зал Крымского академического русского драматического театра имени Горького скучал без посетителей. Был закрыт по решению прокуратуры из-за нарушения норм пожарной безопасности. Однако сейчас он, наконец, готовится к тому, чтобы снова открыть свои двери для гостей. Все это время актеры репетировали, чтобы удивить зрителей новым репертуаром. Театр был закрыт для зрителей, а мы все это время, пока был закрыт театр, работали. Мы репетировали спектакли. Мы за этот период закрытого театра выпустили 6 премьер. 6 спектаклей новые увидят первого пальца, абсолютно новые. Нашей съемочной группе удалось попасть на репетицию одной из пьес «Адаптация. Проснись и пой» венгерского драматурга. Для сцены русского драмтеатра события перенеслись из Европы в Крым. Так зритель почувствует себя ближе к героям спектакля, к истории, которая разворачивается перед глазами. Очень музыкальный спектакль, очень много танцев и песен. И сюжет такой незамысловатый, но очень такой жизненный, хороший, то, что люди сейчас любят то, что хотят. Хотят уже какого-то покоя, спокойствия и не решать какие-то головоломки. Именно тот спектакль для семейных просмотров. И действительно, спектакль задорный, веселый и привлекающий внимание. Отличный для того, чтобы открыть новый театральный сезон русского драматического после 8-месячной паузы. Никита Егоров, Артур Чалый, служба новостей ИТВ.